На клипе Моргенштерна «Новый Мерин» уже 15 лямов просмотров. И это действительно хороший результат. В честь этого мы с Ваней Айвайбитс решили записать трек в стиле «Нового Мерина». Типа сделать стилистически похожий трек. Как сделать трек в стиле «Нового Мерина»? Давайте разберем по дорожкам. Передаю слово Ване. Здорово. Мы сделали совместно со Славой Марлоу тречика «Новый Кадиллак взял». Я просто пропел там на низких бэках. В общем, мы брали за референсы, за основу «Новый Мерин» Моргенштерна. Как нам показалось, очень такой сильный тречик, и мы решили сделать свою версию. Понятное дело, что мы опирались на него, но мы не копипастили. Вот, то есть мы хотели сделать немножко хотя бы своего. В общем, там все стандартно, довольно-таки обычная мелодия, такая стандартная, ничего сложного нет. Очень мощная драмка, суть, конечно, в драмке, чтобы она прям хреначила, и бас тоже, чтобы прям... Проект состоит из мощной ударной партии. Все кики мощные, снейр отличный, хай-хеты тоже очень яркие и очень хорошо выделяются. Тут есть хороший бас с айчейном, который прогибается под кик, и много слоев с вокалом. Я зачитал там на бэках просто очень громко, типа «Новый Кадиллак взял». Мы потом это все залейрили, куча слоями, плюс еще Слава, потом еще вокал верхний тоже. И получилось довольно-таки плотно по звучанию, именно в припеве. То есть, в принципе, если скрещивать несколько голосов разных людей, это получается довольно-таки сильно, потому что это похоже уже на хор, и это очень интересно можно использовать в миксах, вот. Мотив простой, кик, самое главное, секретный, как всегда у Славы, пробивной кик. Вот, собственно, мы его тогда и захреначили, он хорошо вписался. Так как Слава хорошо делает рэповые битосы, было интересно сделать что-то именно в таком жанре, поэтому я ему сразу сказал, типа, давай сделаем такое, и в итоге получилось довольно-таки хорошо. Вот такой интересный у нас получился проект. Кстати, если ты рэпер, у меня для тебя подарок. Скоро в моем паблике Merlo Beats выйдет бит-пак на 100 работ, прикинь, целых 100 битов. Ты можешь их взять в аренду или в полные права. Подписывайся на мой инстаграм Слава Merlo, подписывайся на мой паблик Merlo Beats. Всем удачи и... Пока. Мне кажется, фит у них будет норм. Ну, то есть, они по духу похожи, как бы. Вот по звучанию, не то, что по звучанию, да? Ну, вы поняли, по вайбу.